Итак, давайте поговорим о теории немножко. Вот здесь вот нарисован треугольник. Вот этот треугольник нам говорит о том, что в этой вселенной, где мы живем с вами, здесь все поляризовано. И за что бы мы ни взялись, всегда оно сохраняет в себе или плюс, или минус. Черно-белая такая окраска. Конечно, она может быть и цветная, но все равно, за что бы мы ни брались, мы всегда прикидываем сознательно или бессознательно, что будет, если будет неуспех, что будет, если будет успех и так далее. И если мы бы посмотрели на наш мир, в котором мы живем, откуда-нибудь с небес, то там в небесах как раз нет разделения на плюс и минус. Это разделение только в проявленном мире. А вот есть еще мир другой, там ангельский мир, Божий мир, там райский мир, мир духов, может быть, душ. И там как раз все существа живут, если без тел, да, то они там живут, не разделяясь на плюс и минус. Поэтому вот эти три точки нас сегодня будут интересовать во время медитации. Нужно будет приготовиться к тому, что мы будем исследовать наши намерения как на стороне полюса плюсового, так и на стороне полюса минусового. И потом будем очищать эту цель. Ну, я посмотрела на ваши циферки. Спасибо, что вы поделились. И теперь будем, собственно, проводить сам этот сеанс. Вы его потом можете дома сами проводить или с кем-то из своих знакомых, как хотите, с клиентами, с кем хотите. Итак, нам для начала нужна настройка. Во-первых, я вас попрошу настроиться друг на друга и на группу. Вы здесь уже друг другу приветствия и пожелания написали. Ну, попробуйте просто от сердца пожелать всем присутствующим успеха в познании себя. Какую бы информацию вы ни получили, все же примите ее как знание, бесценные знания, ради которых мы живем на этом мире. Прямо сейчас прикройте глаза, войдите в сердце и пожелайте всем присутствующим всего самого-самого прекрасного. Добра, любви, света знаний, всего самого хорошего и силы для того, чтобы жить в нашем непростом мире. Есть. Теперь будем постепенно погружаться в нашу настройку. И в этой настройке мы будем с вами выражать наши намерения. Я вас попрошу после настройки использовать очень простых несколько слов для того, чтобы сказать, ответить на вопрос, чего я хочу больше всего на свете. Потом я попрошу вас увидеть некий образ этого. Это может быть какая-то картинка, это может быть все что угодно. И потом мы погрузимся в соматическую модель или в тело, как в теле живет ваше намерение. Вот у нас будет такой план сегодня. Я вам его потом проговорю. Итак, мы начинаем настройку.